Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в еще одну часть летсплея по игре Террария. Так, в этой серии я пока не знаю, что мы будем делать. Но так как мы уже собрали мифриловый шмот и сделали мифриловый бур, то мы будем добывать адамантий уже. Так что сейчас мы все ненужное сложим и будем идти добывать адамантий. Что тут у нас? Все наши брони. Так, возьмем вот это и вот это. Так вот. Два ключа. Вот так вот. Во. Так, вот это нам не нужно. Цветки, кристаллы. Потом опять все расфасовывать надо будет. Сейчас нагребу в одну кучу. Так, ну, кружка пива пусть. Так, ладно, пойдет. Вот это кобальтовый бур сюда. Ну и все, падаем. Будет все дело. Сейчас надо будет добывать адамантий и сделать адамантовый шмот. Вот это будет тема, как говорится. Адамантовый шмот еще никому не вредил, скажем так. Вот я не помню, где-то тут в пещерах оставлял освещенные факела, где много адамантия было. А где я это делал, я вот не помню. Но я зато помню, что как бежать по тропинке. Во. Во. Адамантий. Блин. Вот это будет нам мешать. Вот эти дебилы всякие. А нам этого не нужно. Так, на Б. Блин, эти бесы. Офигеть, тут мобов. Просто дофига. Вот бесы. С бесов хорошо может шапка Марио упасть. Единственный плюс этих мобов. Больше у них плюсов нет. Так, отлично. Где мышь? Меч хорошо бьет. Так. Что теперь? Что теперь? Мы добыли чуть-чуть адамантия. Сейчас глянем, тут он еще должен быть. Тогда, когда мы искали мифрил, тут было так все хорошо. Адамантия довольно-таки. Поэтому будем искать. Кобальт. Ага, вот еще одна пачка. И мыши, как всегда, тут летают. Я вот не помню, сколько нужно адамантия, чтобы полностью сделать шмот. Сколько надо этих слитков. Ой, блин. Глупые бесы. Вот душу выбил. Вот душу надо подобрать. Так, 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 так. Оба-на, бес. Да, шапочка Марио нам бы не помешала, если бы выпала. Чисто она, конечно, для красоты, но все равно. Так. Что, нету больше адамантия? Под конец дорожки сундук есть. Вот как раз я и взял ключ адский для этого сундука. Я надеюсь, что в сундуке что-то такое очень будет классное.
Не какая-нибудь там фигня, а именно что-нибудь такое полезное. Ну это я надеюсь. Так. Ага, во. Вау. Две пачки сразу. Блин, как задал бы вот эти мобы. Так. Что тут у нас? Кобальт. Кобальт нам не нужен. Идем дальше. Вот еще адамантий. Вот адамантия вообще много. Не то что этого. Мифрила вообще мало. Адамантия прям так много. Да блин. Что за засада такая? Во. Так. Еще. Ох, нам надо мантии везет. Ух, везет. Блин. И на мобов везет, на всяких дебильных. Но на мобов нам все же больше везет. И на бесов, на вот этих, которые пуляют. По одной единице бьют, вроде не так много эти слизнячки. О, еще адаманти, правда немного, но есть. Я думаю, хватит одной вот этой дорожки, чтобы добыть уже столько, сколько нам надо адаманти. Ну, я так думаю, надеюсь. Еще чуть-чуть есть. Сколько тут уже? 29. Во, уже две пачки. Ну, уже вторая пачка, точнее, пошла. Это хорошо. Так, что-то подлагивает. Так, сейчас мы должны дойти до сундучка. Во, вот он. Офигеть, метеор бар, ну ладно. Так, это фигня. Ну, факела, это так себе. Динамит нам не нужен. Ой, вот эта штука такая фиговая. Протеин магический. Ой, фигня это все, короче. Сундук оказался фигней. Тут где-то еще есть, я вот помню. Но только не точно помню. Так что. Так что. Так, вот этот желтый, я его открывал. Так, ну ладно, дорогие друзья, на этом, я думаю, мы закончим нашу серию. Думаю, вам было интересно.
В сундуке, правда, ничего нормального не попалось. Ну, дальше мы будем продолжать тут же все исследовать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока.